Давай. А блины ты любишь кусать? Нет. Все, тебе вопрос мы уже задали. Я очень люблю блинчики. Сначала тесто, а потом смешиваю миксером. Взяйте, полетайте блины. Но я у бабы Лили пекла блинчики с мамочкой. Для приготовления блинчиков надо было взять желток от яйца, смешать с сахаром, мукой, молоком. И потом все перемешивают, вот эту вот жиру, и понятно, которая невкусная. Заливает, потом греет, и все. Для блинов иногда мы добавляем либо молоко, либо кефир, но чаще всего молоко. Папа мне режет кубиками колбасу и сыр и закатывает их в блинчик. Мне очень нравится. Я люблю с начинкой клубничное варенье. Мама готовит блины, и я люблю с кетчупом кушать. Добавляет творог. Бабушка моя делает, добавляет муку, молоко. У моей бабушки получаются вот такие блинчики. Бабушка вкусно готовит, и мама готовит. Мама вкуснее готовит, бабушка тоже вкусно готовит. Не могу определить, кто вкуснее.